знаете, друзья, каждый раз, когда ты имеешь отношение с Словом Божьим, когда ты имеешь отношение с тем, что написано в Библии, ты блажен, ты благословен, Бог дает тебе это в твою жизнь. Почему? Потому что ты Его дитё, ты Его благословение. Для этого Он привел тебя в церковь, для этого Он дал тебе и силу, и благословение, и мудрость для того, чтобы производилось Его дело. Сегодня у нас будет довольно интересная тема. Почему она интересная? Потому что, с одной стороны, она некоторыми церквями отвергается вообще. А другие церкви внимательно исследуют эту тему, а тема называется «Душепопечительство» или «Разбор конфликтных ситуаций». Почему я так говорю, друзья? Потому что сам когда-то я прошел через это. Я покаялся в 1984 году в благословенном городе Нововолынске. Это был интересный город, где, извините, верующие не делили там баптисты, пятидесятники. Мы посещали друг друга, мы молились вместе, мы дружили вместе, и наши семьи были наполовину те и наполовину те. Другими словами, у нас было все хорошо и все благословенно. И вот после того, когда Бог дал покаяние в мою жизнь, у меня буквально через 3 дня началась сильнейшая депрессия. Я думал: Господи, что это такое? Я что-то сделал плохо, или я согрешил, или я не знаю что. Я старался в своем уме докопаться до того, что все-таки случилось со мной. Почему эта проблема, она пришла именно ко мне? Я обращался к служителям, но никто мне не дал внятного ответа. Мне только говорили одну фразу: «Юра, смиряйся и до свидания». Прошло время. Я начал исследовать Библию, и уже через года я понял, что это. Я понял это для себя. И я понял это, и сегодня я говорю об этом. Вы знаете, друзья, депрессия приходит по-разному. Или подавленность, или вот эти конфликтные ситуации. Они приходят по-разному в нашу жизнь. Одного исправить, другого наставить, третьего научить, четвертому показать, чтобы этого не было, а пятому сказать: смотри, если у тебя эта проблема есть, значит, она есть у кого-то. И вы знаете, друзья, мои слова не весили абсолютно ничего, если бы об этом не было бы сказано в Священном Писании. Давайте мы с вами глянем одно место, ну, посмотрим ее и потом будем говорить. Сегодня я хочу просто сделать в этой передаче вступление в эту огромную, большую тему Библии, которая есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Оказывается, и там у людей были проблемы. И там люди искали выхода из этих проблем. И там Священное Писание говорило о том, что есть проблема. А если есть проблема, значит, эту проблему надо решить с помощью Бога, с помощью Его Слова и с помощью тех людей, которые поставлены им в церкви как служителя. И это огромное благословение. Давайте мы с вами для начала прочитаем Луки 4 глава. Все прекрасно знают это место. Когда у нас приходит Пятидесятница, мы читаем это место. А теперь давайте мы немножечко его, 2 стишка, вырвем просто эти 2 стишка с контекста, потому что то, о чем говорится здесь, это огромнейшая тема. Тема избрания на служение. А мы возьмем только 2 стишка. Это будет 17 и 18 стишок. «И подали ему книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было сказано: „Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“. Хорошо, друзья, давайте мы просто-напросто немножечко сейчас поговорим в терминах, чтобы определиться, ну, кому же все-таки Дух Божий посылал Иисуса? И если сегодня церковь, все люди верующие говорят, что Дух Божий на нас, так давайте посмотрим, для чего Дух Божий дает свое помазание сегодня. И самое первое говорится: «Он помазал меня благовествовать нищим». Вот тут довольно интересная тема. Почему? Потому что мы понимаем в данном случае, что нищий – это человек, который просит подаяние. Но Давид пишет: «Сей нищий», то есть он это говорил за себя.
Извините, благословенные, дорогие мои, Давид не был нищим человеком. Давид не стоял, не просил. У Давида было свое золото, свое серебро. Но в чем он был нищий, друзья? Это очень важно. Потому что именно здесь Иисус провозглашает себя Мессией. Потому что нищие, или как дальше начали писать, нищие духом, это люди, которые чаяли освобождение Израиля. Другими словами, которые чаяли ту великую надежду, которую Бог пообещал для Израиля. И в данном случае Иисус говорит, самая первая категория людей, которым Дух Святой дает утешение, это люди, которые чаяли освобождение Израиля. Другими словами, друзья, это люди, которые ждали для Израиля Божьего благословения, Божьей милости. И в данном случае это первая категория людей. Дальше. «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Друзья, вот тут мы с вами стыкаемся с довольно частой проблемой, которая есть сегодня в наше время. Это разбитое сердце. Другими словами, сокрушенный сосуд, разбитый сосуд. Извините, друзья, в природе практически это невозможно восстановить. Если какой-то сосуд есть разбитый, мы видим только крошки, и только самые-самые опытные мастера, они могут что-то сделать, придать такой вид, как будто с этим сосудом ничего не было. Но здесь Иисус говорит за совсем другое – лечить разбитые сердца. Друзья, сколько сегодня в церквях разбитых сердец, сколько сегодня в мире разбитых сердец. И если кто-то говорит, что в церкви этого нету, друзья, мы просто обманываемся. Мы просто обманываемся, когда говорим это. И если проблема есть, мы не можем сказать этой проблеме, что, слушай, убегай и спрячься где-то в углу, и чтоб я тебя больше не видел. Друзья, проблема есть и будет, если она не будет решена Господом, Божьим Словом, с помощью человека. И в данном случае этот человек есть служитель, этот человек есть душепопечитель, который помогает другому человеку, как выйти с этой проблемы и как разобраться с этой проблемой. И в данном случае, друзья, когда Дух Божий начинает работать через проповедь, через человека, через знакомого, через молитву, и это сердце исцеляется, вы знаете, друзья, это огромное благословение. Будучи в нашем городе, я видел очень много сердец, которые были исцелены при помощи служения Божьего Духа, Божьего Слова, и Господь работал в этой ситуации. И сегодня я смотрю на этих людей, и когда я приезжаю в свой город, я радуюсь, я просто радуюсь. И каждая встреча с этими людьми, для меня есть огромнейшее благословение, огромнейшая милость от Бога. Почему? Потому что я реально вижу Божью работу, то, как работает Господь, то, как Он сделал свою чудную работу, исцелив разбитое сердце, исцелив безнадежно больного человека. Вы знаете, друзья, это огромное благословение. И каждый раз, когда я или вы видите это, мы с вами радуемся, радуемся, потому что мы в руках этого Бога, который проявляет милость в нашу жизнь. Дальше, друзья, очень интересное место. И проповедовать пленным освобождение. Вот давайте мы остановимся на одном слове «проповедь». Друзья, я не знаю, согласны вы с этим или нет, но проповедь сегодня, она не для церкви. Почему? Потому что проповедь – это слово посла. Например, посол вызывается своим господином, он получает слово, которое он должен сказать в другом государстве. А что же для церкви? Для церкви нужно учение. Людей надо учить. Благословенный учит Божье Слово. В церкви поставлены люди для того, чтобы учить. Учить о том, кто есть Бог. Учить, как выходить из кризисных ситуаций. Учить очень многим вещам, которые написаны в Библии. Но давайте мы возвратимся к этому месту. Проповедовать пленным.
Друзья, мы видим люди пленные, люди, которые взяли плен, и они находятся в плену в другом государстве. Вот это именно то, для чего есть проповедь. Проповедовать людям, которые сегодня есть в мире. Проповедовать людям, которые сегодня под властью врага души человека. Проповедовать людям, которые были взяты в плен, или какой-то вооруженной борьбой, или же обманом, или еще чем-то. И вот эти люди в плену, они рабы, они под властью другого господина. И вот теперь Дух Божий говорит, что Он посылает человека с целью проповеди, с целью, чтобы люди, которые находятся в плену, услышали Слово Бога, услышали Слово освобождения. Вы знаете, друзья, есть очень много хороших примеров. Например, в книжке Якова Леви «Сеется семя» есть очень хороший рассказ. Одна женщина в Марокко была рабыней. В то время рабство было распространенным, но в этой стране рабство отменили. Уже люди не были рабами, но их обманывали, и им говорили, что ты раб, все. И вот однажды и шел один путешественник, который знал об этом законе, который был издан в этой стране, который говорил, что люди больше не являются рабами. И он подошел к этой женщине и сказал: «Слушай, а почему ты здесь?» Она говорит: «Как почему? Я рабыня. Я работаю на плантациях своего господина». И тогда ей сказали: «Ты больше не рабыня. В этой стране вышел указ». Она говорит: «Это правда? Да, правда». И она оставила шапку и пошла. Смотрите, друзья, она была связана неверием, то есть незнанием этого закона. И женщина понимала, что она является рабыней, именно рабыней. И она продолжала работать. Но когда слово правды, слово истины, которое сказал другой человек, дошло до этой женщины, и эта женщина, она ушла. Она поняла, она свободный человек. Друзья, сегодня очень много людей, которые находятся в рабстве. Я был таким же человеком до того, когда услышал, я не знаю как, я много раз говорил об этом, но я услышал слово от Бога. И вы знаете, это слово освободило буквально в одну секунду. В одну секунду, когда человек принял его. Другими словами, Дух Божий сегодня побуждает нас для того, чтобы мы и шли и проповедовали пленным, то есть людям, которые находятся в плену, освобождение. Вы скажете, среди верующих нету таких людей? Друзья, пожалуйста, я умоляю вас, посмотрите правде в глаза, и вы увидите, сколько их есть. Сколько людей сегодня мы видим и по репцентрам, и по тюрьмам, сколько людей маскируются, сколько людей делают так, чтобы это никто не увидел. Друзья, это есть. И этим людям нужно слово от Бога, нужна именно проповедь. Проповедь заключается в чем? Иисус в плоти пришел на эту землю, взял на себя наши грехи и беззакония, то есть и твои, дорогой друг, если ты сейчас слышишь эту передачу, если ты сейчас думаешь, а может ли Бог освободить меня? Может. И Писание говорит, что Он взял и твои, и мои грехи. Дальше, Он говорит Писание о том, что Иисус пошел на крест и ценою своей жизни заплатил за наши грехи и беззаконие. Возмездие за грех – смерть. За наш грех Он дал возмездие, цену, Он умер. И Писание говорит дальше, Он был погребен, потом Он воскрес. Но воскрес для чего? Для нашего оправдания. Друзья, вот это слово, которое сегодня надо говорить людям и этого мира, и нашим людям, которые находятся в церкви, которые сегодня находятся под властью греха, которые сегодня находятся как бы под властью другой личности. И сегодня эти люди, они хотят слышать это. Потому что я знаю, я много ездил по реп-центрам на Украине, и одна интересная деталь. Если человек приходил в реп-центр с целью освободиться и служить Господу, он освобождался после первой или второй молитвы, когда за него молились. Но если человек этого не хотел, а просто хотел немножко сбавить дозу или перезимовать, он так и уходил тем же самым человеком. Но Писание говорит, что Иисус
был послан для того, чтобы проповедовать пленным освобождение. Дальше, слепым прозрение. Что нужно слепому человеку? Вы знаете, у меня на Украине был друг. Он и сейчас есть друг. Я не знаю, какое положение, правда, его сейчас. Но когда он нашел в поле что-то интересное и начал ковыряться, он остался без глаз. И вы знаете, для этого человека зрение, это было бы очень-очень-очень огромным благословением. Но есть люди, которые и духовно слепые. И вы знаете, это тоже огромная проблема. И Иисус говорит, проповедовать слепым прозрение. Я знаю, в моем городе была одна девочка, она сейчас есть. И вот в 92-м году мы ездили на одно из служений, и за нее молились там. И вы знаете, и эта девочка долгое время, она видела после этого. Это было огромное благословение и огромная милость. Дальше. Отпустить измученных на свободу. И снова же, люди, которых кто-то мучит. И вы знаете, друзья, есть много людей, у которых есть эти проблемы. И даже проблемы у людей, которые есть в церкви. И поэтому, как говорится, проповедовать и этим людям именно то, о чем здесь говорится. И последнее, проповедовать ли это Господне благоприятное. Мы с вами, друзья, поговорили о том, для чего Дух Божий сегодня, как говорится, и тогда, побуждает человека для этого служения. Ну хорошо, друзья, я хотел бы с вами немножечко поговорить. И вот мы начали немножко за душепопечительство. На чем строится душепопечительство, друзья? Это очень важно. Потому что я не могу к любому человеку подойти, ну, извините, что-то придумать и сказать, слушай, идем, я буду помогать тебе. Он скажет, а что ты будешь помогать мне? У меня ничего нету проблемы. И вот давайте мы посмотрим, на чем строится душепопечительство. И самое главное, это на Божьем Слове. Потому что в Библии сказано о том, что в жизни человека будут проблемы. И Бог через Библию учит нас выходить с них и помогать при этом другим людям. Хорошо, друзья, я просто задаю вам одну проблему. Если вы никогда не курили, к примеру, что вы можете сказать курильщику? Вы ничего не скажете, потому что вы не знаете, что это. Однажды, когда я был в реп-центре, мне подошли ребята и сказали, слушай, что ты можешь говорить нам, если ты сам не пережил то, что переживаем мы? Я говорю, ребята, я немножко переживал, но немножко мне и рассказали ваши друзья, я могу понять вас. Вы знаете, друзья, это великое, когда мы можем понять другого человека, войти в его ситуацию для того, чтобы помочь. И это, друзья, то, для чего Бог сегодня дает благословение церкви. Дальше, друзья, душепопечительство строится на человеческом страдании, потому что много людей страдают. Также для того, чтобы других людей через это научить помогать этим людям. Это большое, друзья. Почему? Потому что, я уже сказал, человек не поймет, человек не посострадает, если он сам не был в этой ситуации. И знаете, друзья, это большое. Дальше. На том, что в планах Бога воспитание тех, которые впоследствии будут работать с такими людьми, и через их служение привлечение людей в церковь, место, где помогает людям обрести душевный и духовный покой. Я расскажу один случай. Я однажды приехал в Житомир, ну и проводил в реабилитационном центре маленький семинар. И одна женщина, то есть мама, я говорил с родителями реабилитантов, и одна мама постоянно тянула руку, хотела меня как бы прервать, остановить или что-то сказать. Я ей сказал, дорогая, помогите, подождите, пожалуйста, до конца, и я дам вам слово для того, чтобы вы говорили. И когда эта женщина в конце снова подняла руку, я дал ей возможность говорить, и она мне рассказала удивительнейшую историю. У нее был один сын, всего один. Он был отличником в школе, потом пошел в институт. В институте тоже учился хорошо, но в одно время мама узнает, сын наркоман. В Украине услышать это равносильно приговору к смерти. Потому что я видел то, что колят эти люди, это страшно. Это не то, что страшно колоть, это страшно видеть. И мама и шла по городу и плакала. Вы знаете, когда мама узнает такое о своем сыне, ну, для нее кажется, весь мир умирает, все. Она идет, она никого не замечает, она плачет. Почему? Потому что у нее единственный сын на грани смерти.
Ее останавливает другая женщина, говорит: «О, дорогая, а почему вы плачете?» И она рассказывает, знаете, мама маме рассказывает историю. Рассказывает историю о том, как она на грани потери своего единственного любимого сына. И когда она рассказала эту историю, эта женщина сказала: «Женщина, я хочу вам сказать радостную весть». Она говорит: «Какую? Разве для меня может быть радостная весть?» И она говорит: «Да, есть радостная весть. Вы знаете, Иисус освобождает от такой зависимости». Она говорит: «Как?» Она говорит: «Женщина, я приведу вас в церковь. Мы с вами будем ходить, и мы с вами будем молиться. А почему вы такая добрая ко мне?» Говорит: «Я пережила вашу ситуацию». И когда эти женщины пришли в церковь, мама покаялась, и она начала молиться за своего сына. И когда они молились, сын пришел в церковь, сын покаялся, сын прошел реабилитацию, и сегодня в одной из церквей он является, ну, служителем церкви, одним из служителей церкви. Смотрите, друзья, но задается вопрос: а мама после этого, где ты? Она говорит: «Я не ставила, я поняла, что это мое служение, и я хожу по Житомиру, я ищу таких же плачущих матерей, для того, чтобы сказать им одно: для вас есть выход, и выходом есть Иисус». Хорошо, друзья, ну давайте мы с вами посмотрим, почему нам надо проводить душепопечительство в церкви. Я теперь хочу сузить наши планы и подойти реально к служению в церкви. Почему, друзья? Потому что сегодня в церкви является очень много людей, которые являются в депрессии, то есть в подавленном состоянии. Хорошо, вы мне скажете: «Дорогой, но депрессия, это же связано с чем-то нехорошим». Друзья, не всегда. Не всегда депрессия связана с нехорошим. Иногда это наш, как говорится, физиологический цикл. Но, друзья, я хотел бы сегодня немножечко только сказать, потому что, когда я исследовал Писание, я видел около 40 моментов, когда депрессия приходит в жизнь человека. И дальше, возможно, на следующий, возможно, через передачу, мы будем с вами говорить, как мы можем выходить из этой ситуации, как Бог в своей мудрости, в своем благословенном плане дал в Слове Божьем ответы на те вопросы, которые самые больше стучатся в нашу внутренность. Господи, как? Господи, как мне выйти с этого положения? Ну, давайте мы посмотрим с вами, друзья, какие, ну, что оно бывает в нашей жизни. Хорошо, друзья, потому что церковь, как единый организм, в котором бывают болезни в некоторых органах. Хорошо, и самое первое, я хочу сказать о доктринальной депрессии. Что это такое? Когда мы не доверяем Божьему Слову. Вы знаете, друзья, это кажется, ну, звучит нехорошо, но давайте мы посмотрим. Давайте мы посмотрим и проанализируем некоторые наши проповеди, которые мы служим. Однажды в одной из церкви я слушал проповедь на тему Ефесянам 2 главы. Вы знаете, это самое евангелизационное место с 1 по 10 стих. И вы знаете, человек прочитал: мы спасены благодатью, не отдел, то есть по вере, не отдел, чтобы никто не хвалился. Но тут же человек перечеркивает спасение по благодати и начинает нам говорить о своих заслугах и о своих делах. И смотрите, друзья, что получается тогда, когда мы ставим заслуги, игнорируя Божье Слово. Если в день мы делаем 2-3 хороших дела, то Писание подводит нас к тому, что мы делаем очень много нехороших дел. То есть это и мысли, это, как говорится, то, что приходит в наш разум. Дальше, это то, что я подумал. Дальше, и это плохие слова, которые я сказал. А плохое слово – это не обязательно ругательство. Просто человеку сказал: «Я тебе не верю, я с тобой не хочу иметь дело». Все, ты сделал плохое в жизнь человека. Стрела от лукавого пошла в другую жизнь. И поэтому, друзья, поэтому очень важно то, что мы должны доверять Божьему Слову, доверять во всем. Доверять, если Бог сказал, что мы спасены, значит, спасены. А мы сразу начинаем ковыряться, где-то искать то места, где мы можем сказать: вот здесь Бог говорит, что мы можем упасть, и то, и все. Друзья, я хочу сказать одно. Читайте
Библию в контексте. Вы знаете, я преподавал послание к евреям. И три очень важных термина, которые были сказаны, это произвольный грех. Я хочу только за этот термин сказать. Я не называю имя, но в Америке от Славянского университета я проповедовал в одной церкви, то есть шло именно это послание. И потом я спросил одного человека и сказал: дорогой, скажи мне, пожалуйста, хоть одному человеку это послание помогло? Или что-то открыло, пришло откровение. И он говорит: Юра, давай я тебе скажу за себя. Я не буду говорить за кого-то, но я тебе скажу за себя. И он сказал, откуда он родился, где. И он говорит: я был миссионером. И постоянно мы выходили, проповедовали молодежи. И говорит, плодом этого стала впоследствии женщина, которая стала моей женой. То есть эта девочка, она покаялась, она ходила в церковь, и потом прошло определенное время, они женились, и сегодня это благословеннейшая пара, он любит ее, она любит его, у него прекрасные дети. И он говорит: Юра, но когда мы уехали в Москву, случилось непредвиденное, сильная обида от служителя, и говорит, и я ушел в мир. Я ушел в мир, и долгое время я не вертался. Жена плакала, умоляла. Она говорила: слушай, пожалуйста, приди в церковь. Тебя все ждут, тебя все любят. Бог тебя любит, Бог тебя ждет. Но он отказывался. Но пришло время, и этот человек вернулся в церковь. Он вернулся. И вы знаете, друзья, это было благословение для многих людей. Люди плакали, люди радовались. Но ему сказали: ты сделал произвольный грех. И за этого тебе нету прощения. И человек под страхом ходил в церковь, понимая, что ему нету прощения. И вот когда проходило это послание, послание к евреям, я дал значение произвольного греха. Это не то, что мы говорим. Это не то, что когда человек разнервничался, хлопнул дверью и сказал: я вас больше видеть не хочу. Нет, друзья, произвольный грех – это сознательное отречение от Бога с целью перехода в другой культ, преследуя меркантильные цели. Вот это, друзья, и я привел пример 36-го года, когда один из сподвижников папа Гапона, он принимал в синагоге Венеции вот это покаяние. И покаяние еврейское включало туда и 39 ударов по спине. Он их получил. И вы знаете, и этот человек сказал: Юра, для меня это одно. Оно стоит всего. Почему? Потому что, когда я услышал это, цепи с моей души, оковы, они упали. Слава Богу Господу, друзья, что наш Бог является освобождающим, милующим и благословляющим своих детей. Хорошо, друзья, мы смотрим дальше. Принятие или неприятие человека как личности. Вы знаете, друзья, мы часто переносим в церковь то, что с нами было в мире. Если в мире нас не принимали, мы думаем, что церковь является тем местом, где меня тоже не будут принимать. Из-за этого, как говорится, депрессия. Когда мы произносим суд над другими людьми, вы знаете, друзья, Писание практически во всех книгах Нового Завета говорит: не судите, и судимы не будете, ибо каким судом судите, таким же само будете осуждены. Евреи говорят: не суди человека, пока ты сам не оказался на его месте. Вы знаете, друзья, был один человек, я не называю его имени, кто он отлучал, если в семье, например, кто-то какой-то грех, обычное прелюбодеяние, он исключал всю семью. И вы знаете, это было довольно неприятно до тех пор, пока его собственная дочь, она не, как говорится, упала. И тогда отцу ничего не стоило, а покаяться нужно было, и он покаялся, и по-новому взглянул на Писание. Хорошо, друзья, дальше. На то, что мы не состоялись теми, какими мы были. Вы знаете, друзья, я очень часто думал, и очень часто думал за себя, что я не состоялся тем человеком, который хотел состояться. Но я говорю пред вами, это не то, что моя исповедь. Я это говорил на семинарах, я это говорил в других местах. Но говорю, друзья, почему? Потому что мое призвание, то есть я думал, и мой отец неверующий настраивал меня на то, чтобы я стал офицером КГБ. У меня уже в 14 лет лежало направление Высшее военное политическое училище пограничных войск КГБ. И вы знаете, только трагедия в жизни, которая произошла, убрала меня от этого.
И когда я пришел к Богу, я думал: Господи, ну я мог бы стать человеком, но кем я есть сейчас? И однажды Дух Святой так нежно, ну я не знаю, как кто понимает, но я как бы что-то в сердце услышал: ты жалеешь о старом, но сегодня ты не офицер, сегодня ты дитё моё, сегодня ты благословение, сегодня ты можешь говорить детям моим, сегодня ты с моим народом, сегодня ты составляешь мое тело. И вы знаете, друзья, это огромнейшая милость, которую Бог дает для нас. Хорошо, друзья, я иду хотя бы один пункт пройду. Дальше, друзья, психологический настрой. Мы не знаем этого. То есть это знают психологи и физиологи, они часто говорят об этом, что в нашем организме есть определенные фазы. Мы можем быть, как говорится, на самом верху, и вы знаете, это время, когда мы радостные, когда мы бодрые, когда мы веселые. Потом это спускается вниз, и мы где-то оказываемся в самом-самом низу. Когда нам кажется, что нам плохо, когда нам кажется, что нас все оставили, все. То есть это приходит на физиологическом уровне, но это может прийти и как стресс от лукавого. Вот вы утром встали, вы ничего никому плохого не сделали, первый день у вас может быть все хорошо, но на другой день вы встали, вы загруженные, и вы ищете ответ, вы кричите: Господь, что это такое? И вы знаете, начинается, как говорится, наше испытание, и вот эти мысли, они начинают работать. Но за это, друзья, будут другие передачи, и я обещаю, что именно об этом я буду говорить. Хорошо, друзья, и самое-самое большее, у нас часто приходят депрессии, когда у нас много свободного времени. Почему, друзья, именно эта фаза? Вы знаете, когда армия не воюет, значит, она отдыхает. Давайте мы посмотрим одну библейскую историю. Когда армия пошла для того, чтобы завоевать столицу Моава, Давид остался. У него было очень-очень много свободного времени. Результат его падения. И вот почему, когда у людей депрессия, многие доктора, многие душепопечители, они советуют чем-то заняться. И вы знаете, когда-то это было и у меня. И мне один человек сказал: Юра, хочешь быть радостным? Я говорю: хочу. Отдай свою радость другому человеку. Я говорю: а я? И она вернется к тебе во много раз больше, в 30. 60, 100 раз больше. Почему? Потому что то, что ты отдал, Бог тебе вернет во много раз больше. И вы знаете, друзья, это огромнейшее благословение, когда ты делаешь это в жизни другого человека. И поэтому, друзья, я не сказал весь список, потому что этих проблем очень много, друзья. И вы знаете, здесь и то, что нам нужно оставить, как говорится, то, что у нас было в мире. А вы знаете, в мире у нас были свои взгляды, у нас были свои мнение на определенные вещи. Извините, друзья, там мы ходили головой вниз. А когда мы приходим в церковь, Бог ставит нас на ноги. Для чего? Для того, чтобы мы могли ходить. Для того, чтобы мы могли правильно видеть. Для того, чтобы мы могли смотреть на все через призму Божьего Слова. И когда мы смотрим через призму Божьего Слова, мы видим так, как это видит Бог. И вы знаете, друзья, это огромное благословение и огромная милость от Всевышнего. Дорогие друзья, извините, мое время подходит к концу. Я не смог сегодня даже сделать хорошего вступления. Но дальше, друзья, следующие программы. Мы будем с вами говорить о душепопечительстве. Мы будем с вами говорить об определенных проблемах, которые есть в церкви. И мы будем говорить о том, как их решать. Это, друзья, очень важно. Почему? Потому что если ты знаешь проблему, а не знаешь, как ее решать, ты ничего не знаешь. И вы знаете, если вам люди говорят: да вот ты такой-сякой, а они не сказали, как им выйти с этого положения, они вам ничего не сказали, они вас просто оскорбили. И поэтому, друзья, если вас заинтересовала эта тема, пожалуйста, вы можете позвонить мне. Мой номер, эрия-код 916, номер телефона 588-0588. Я еще раз повторю, эрия-код 916, номер телефона 588-0588. 0588 Нури Аскеров. Пожалуйста, друзья, я бы очень хотел бы, чтобы иногда вы дали сами тему, которую вы бы хотели, которая волнует вас. Потому что сегодня темы разные и волнуют очень многих людей. А поэтому, друзья, я думаю, что у нас будет с вами очень хорошее сотрудничество, потому что это сотрудничество, оно как бы под эгидой Бога, под эгидой Божьего Слова, с Божьим благословением и по великой милости Божьей.
Библии. А мне только остается сказать вам, будьте благословенны, пусть Бог благословит вас, и пусть в вашей жизни никогда черные тучи не закроют Божье солнце, солнце Божьей милости и Божьей благодати. Будьте благословенны. С вами была передача «Для вас», и вел ее Нурия Скиров. Будьте благословенны.